Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное праздничное блюдо. И это будет классическая праздничная буженинка. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Эта буженинка очень вкусная, она намного лучше, чем какая-то покупная колбаса или даже покупное мясо. Мы с мужем этот рецепт знаем уже давно, пользуемся им много лет и сегодня хотим поделиться с вами. Обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. Нам понадобится свинина, здесь у меня окорок, красный сладкий перец или паприка, соль, обычный чеснок, сухой чеснок и черный молотый перец. Буженина – это праздничное традиционное блюдо русской и украинской кухни, и готовится оно обычно из окорока. Но, в принципе, можно взять и, например, лопатку, потому что она тоже должна получиться вкусной. Но в классическом варианте берется именно свиной окорок. Можно с жиром, можно без, как вам больше нравится. Мы с вами берем буженину, так как я ее покупаю на рынке, я ее предварительно помыла. И теперь нам нужно обязательно промокнуть кусок бумажным полотенцем, чтобы ушла лишняя влага. Потому что при запекании это очень важно. Если будет выделяться много воды, то блюдо получится невкусным. Теперь, так как у меня кусок с кожи, я его сейчас срежу. И потом буду мясо мариновать. Я сняла кожу. И теперь я ее отдам птичкам, у меня на окне висит кормушка, мне кажется, птицы ее с удовольствием съедят, синички особенно. Смотрите, на самом куске жир я весь не срезала, специально его оставила для того, чтобы мясо получилось сочнее. И теперь начинаем мариновать. Совсем забыла, мы в рецепте используем и сухой чеснок для маринада, и вот такой вот свежий. Для того, чтобы нашпиговать мясо, мне очень нравится. У меня в детстве родители так готовили, и я всегда в буженину засовываю чеснок. Поэтому берем зубчик, точнее головку чеснока, ее разделяем на зубчики и где-то пару зубчиков нарежем на мелкие пластины. И теперь готовим маринад. Берем блюдечко и смешиваем в нем все ингредиенты, специи и соль. Теперь смотрите по количеству специй. У нас кусок мяса весом примерно 1,5 килограмма. И мы берем специи примерно по 1,5 чайных ложки. Но здесь дело вкуса, можно взять чуть больше, чуть меньше, смотря как вам больше нравится. Например, если вы любите черный молотый перец, можете положить его побольше. Если не любите, можете вообще его убрать. Будет тоже очень вкусно. И теперь мы это все перемешиваем. И хорошенько натираем наше мяско со всех сторон. Хорошенько натираем, потому что кусок мяса не очень-то ровный, нужно прям вот везде, во все труднодоступные места подлезть. И, кстати, интересно про буженину, то, что мы ее обычно готовим из свинины, но на самом деле ее можно готовить и из говядины в традиционном варианте, и иногда даже готовят буженину из баранины. Наше мяско замариновано, пахнет очень вкусно. И теперь мы берем кулинарный шпагат, вот такой специальный. Можно взять обычную бечевку, но она оставляет ворс на мясе. В принципе, ничего страшного, когда у нас не было кулинарного шпагата, мы тоже так делали, но это специальный кулинарный шпагат, он продается во всех супермаркетах крупных. Берем шпагат и обвязываем наше мясо поперек волокон. Вот я сейчас как раз пытаюсь обвязать мясо правильно, но на самом деле главное просто его плотно связать, любым способом, как у вас получится. Мясо обвязали. Теперь мы берем маленький ножик, делаем небольшие отверстия в мясе и засовываем туда наши пластинки чеснока.
Наша буженинка замаринована. Теперь мы ее накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 3 часа. Лучше всего ставить ее часов на 12, на ночь или даже на сутки, но обязательно в холодильнике. И потом мы будем ее запекать. Наше мясо промариновалось. Теперь мы снимаем пленку, заворачиваем мясо сначала в пергамент, а затем в фольгу. Кстати, обратите внимание на мой пергамент. Я всегда покупаю пергамент с силиконовой пропиткой. К такому пергаменту ничего никогда не пригорает, и его не нужно дополнительно смазывать маслом. Производители есть разные, главное, ну, смотрите, чтобы там было написано, что пергамент или бумага для выпечки с пропиткой. Теперь мы наше мяско кладем в форму для запекания или на противень. Ставим в разогретую до 250 градусов духовку. У меня мясо 1,5 килограмма, поэтому мы готовим его 30 минут при температуре 250 градусов. Затем убавляем температуру до 200 градусов и готовим еще час. Здесь, смотрите, есть правило. На каждый килограмм мяса требуется 1 час запекания. При этом все время нужно поделить на 3 части и первую треть времени мы запекаем мясо при максимальной температуре, то есть при 250 градусов, а остальные две части мы запекаем уже при 200 градусах. Наша буженина практически готова. Смотрите, важный момент. Когда у нас время в духовке вышло, мы духовку выключаем, но буженину оставляем там постоять еще примерно минут 20-30. После этого мы ее достаем в форме, ставим, не знаю, там, на стол и ждем, когда она остынет до комнатной температуры. Ни в коем случае не едим, хотя запах будет потрясающий, будет сложно устоять, это я вам точно говорю. И вот когда она остынет до комнатной температуры, тогда мы ее разворачиваем. Нам понадобится новая пергаментная бумага, это мы все снимаем и заворачиваем буженину в чистую бумагу и убираем в холодильник. Вот такой вот у нас вкусный, ароматный кусочек мяса. У меня здесь муж снимает меня и ходит так вот кругами и спрашивает, можно ли попробовать. Но нет, пробовать нельзя. Мы убираем буженину теперь в холодильник. Это уже точно финальный этап. Она у нас должна полежать, ну, хотя бы пару часов. И вот после этого ее можно резать, кушать. Смотрите, мясо у нас полежало. Как видите, оно уменьшилось 2 раза, потому что мы его уже попробовали. Этот кусочек оставят для съемок. Оно очень вкусное. Напомню, что мясо должно у нас полежать в холодильнике минимум 2 часа. Можно оставить на ночь. Потом мы его открываем, убираем кулинарный шпагат, чтобы он нам не попался, и нарезаем на кусочки. Смотрите только, какая текстура мяса. Вообще просто... С магазином точно не сравнится. Смотрите, какой кусочек. Ой, это вообще аромат какой. Мясо просто великолепного цвета и по текстуре, и режется очень хорошо. Давайте попробуем. Правда, я уже пробовала, но... Это божественно. Просто... Рецепт идеальный. Это мясо, если я скажу, что оно вкусное, я навру, потому что оно бесподобно вкусное. Его можно использовать для нарезки, например, для праздничных бутербродов, для каких-то закусок, просто есть на завтрак. Я вчера делала бутерброд, взяла хлебушек, намазала на него сливочный сыр, положила руку и вот этот кусочек мяса. Я считаю, что вы просто обязаны приготовить буженину по этому рецепту и поделиться в комментариях своим отзывом. Обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что у меня тут очень много вкусненького. Пока!